А сегодня немецкий художник Манфред Мюльхаунд читал лекции студентам колледжа дизайна. Ведь одна из главных целей Дней Германии в Кабардино-Балкарии – культурный обмен. Гость рассказал о достижениях своей страны в области изобразительного искусства и архитектуры, продемонстрировал фотографии Лейпцига, где живет. Более подробно Манфред остановился на элементах дизайна своей мастерской, которая является своего рода арт-центром. Собравшиеся задавали вопросы, больше всего их интересовало, как в Германии организована работа с талантливой молодежью. Перед аудиторией выступил и наш земляк, художник, живущий в Дрездене, Алим Паштхан. Для гостей подготовили выставку лучших студенческих работ.